ко мне, пожалуйста. Вы теперь цель номер один. Смотрите в оба. Контакт! Оттуда типа по нам дали. Нихуя себе. Вижу движение! Вы успешно защитили себя. Посылка с комплектом уже в пути. Вон там. Я пошел. Не могу достать до вышки. Контакт! Так, я пойду за бэбками. Пойдем салфач еще вон, что возьмешь. Контакт! Над нами наш ППЛА. Начинает разведку. Лети тогда.
вон туда. Вот здесь вот прям. Враги за этой хуйней. Напиш. За спину, за. Помогу. Я думал, он перебежал правее в гаражи. А он просто остался на месте. Так, что, скинь бабки, я пойду тогда еще одну бабку наверное. Хочу возьму. Если что-то нужно, загляните к этому. Нам бабка не нужна, мы теперь знаем, где чего. На дробы патроны есть? Так точно. Ящик с броней есть. Нужен? Нет. Он уже есть. Союзная посылка с комплектом уже в пути. Две посылки. Сейчас чел выходить будут, которые, на которых ты идешь. Скорее всего, их посылка. Концентрация газа повышается. Следуйте в новую безопасную зону. Торопись. Они вот здесь, на втором этаже, по-моему. Выдвигаюсь. Вот он. Отмена последнего. Надо мной, да, стоит. Сейчас, подожди. Одному бы одного крякнул. Вот здесь, на синей метке прям крякнул. Нок. Один вот здесь вот. Второй склад я тебе показал где. Ага. А он стоит на втором этаже. Полный комплект. Я сюда. Осторожно, газ приближается. Пью. Над нами вражеские попола. Разгрузка не нужна? Что? Разгрузка. Ну, подгузник, блядь, или как по-другому. Я нашел немного крупный калибр. Круг сжимается, скорее в безопасную зону. Ой, там туда приземлился он. Казалось, мне показалось, я его взял. Пошли. Просто мы когда в армейке служили, это называлось разгрузкой. Куда, блядь, и гранаты, и всякую хуйню кладешь, блядь. Над нами вражеские попала. Магазины запасные. Броню запихивали туда же. Можно тут тусоваться пока что. А ты еще в армии служил? Да. На сколько тебе лет? Нет, 25. А. Они похожи, да? Я думал, лет 20. По голосу.
Ну, раньше мне вообще говорили, что у меня на бабу плохой голос. Так что, в принципе, ничего удивительного. Можно тут всаться, пока ждать челика. Сейчас как бегут. Там, в принципе, до станции недалеко. Вон там вот перебегают. Там кто-то есть! Зоны, от зоны бегут уже. Вон еще один. Вон там. Я пошел. И вот еще один. Там кто-то есть! Чуть ближе подойдут и начнем по нему. Там кто-то есть! Координаты заданы! Давайте! Я загрузчик 2-0, вас понял. Там кто-то есть! Обстрел кассетными минами. Там кто-то есть! Одни забежали вот, вот в эти дома. Враги там! Там мы их просто подождем, пока они вылезут. Пока они могут правее выйти чуть-чуть, поэтому надо чуть правее тоже взять. Во, в этом. Вижу движение! Иду! Вон они, вон они. Так, ну это Team White был. Все. Да. Контакт! На вертушку падает, что ли, на наш? Бомбарики. А у тебя, если на дробаш патроны появились, то мне до сих пор не хватает. Есть, есть. Патроны для дробовика. Татку можно забрать. Я нашел много дробов. Я буду пассажиром. Можно, короче, куда-то сюда? Иду. Либо вот прям вот в санкту залезть и оттуда смотреть чела. Газ рядом с вами. А, безопасная зона. Можно вот отсюда прям. В районе операции высаживается противник. Мама, следите за небом. Да? Там все. По своим не стреляй! Ваша задача — уничтожить цель на ликвидацию. Иду туда. Так, был на газ? Я полечу. Выбегаю. Возьмешь бабки себе. Одну заюзаешь, одну возьмешь. Будем уже играть от чего. Здесь немного. Я точечный, я тут еще нашел. Одну юзай, одну сразу бери еще. Запрашиваю разведку. Смотри, с воздуха. ППЛА входит в район операции. О, лесодрочеры. Можно к ним идти, в принципе. Ну, заберешь меня чуть-чуть. Ясен. Дальше. Прибегаю. Осторожно, газ приближается. Нет. Я поеду. О, пристройся на ним. Я попробую у него сесть. Техника противника! Внимание, у ППЛА топливо на исходе. Иду на базу, надо забрать. Я найду пилот. О, его вертушка замочила. Ты аккуратнее, вот этот ты сейчас просто мог сдохнуть. Запрашиваю разведку с воздуха. Один в доме напротив уже. В окне там шастаем. Пойдем к нему? Не знаю. Внимание! Топливо на исходе. Иду на базу, на дозаправку.
Это... Это вас? Ты меня обманул? Бросаю оглушающий! Да и там нету никого. Я только что пробежал. Не-не-не, там... А где ты челов убивал? Вон там. Где ты челов? Не, я в горы. Метка поставлена, идем. Весь дом пробежал. Никого. Золотая, патрончики с них. Размещаю взрывчатку. Кому там шмуляешь? Размещаю взрывчатку. Да я уже подбежал. Ой, нихуя себе. Это он вот здесь вот сидел, что ли, блядь? Вот так. Я пошел. Мамочки съел. Да ладно. Съел, пойду запьем. Как он, блядь, задрочил меня. Я весь дом обежал, он по мне не стрельнул даже. Так, ну мы сейчас в зоне. Время вот здесь стекло, задачу не выполнил. 100% я вот туда. Прям. Но у нас снайперок нету, нам сдалека тоже с ним перестрелили. Можешь бабку взять? Дайзи. Если что-то нужно, загляните к этому продавцу. Можно пойти за любым баунтосом, то что рядом есть. У нас рядом баунтосов нет. Сейчас ждем зону. Концентрация газа повышается. Следуйте в новую безопасную зону. Выдвигаюсь. И оттуда уже поиграем. Там все равно лесодрочили. На тех сторонах сидят. Я сюда. Запрашиваю разведку с воздуха. ППЛА входит в район операции. Там подмакас самый оптимальный. Я загляну туда. О. Я вам туда. Можно в гости зайти. А, он на тачку сел и уехал, что ли? Ага. Короне точечный дать. Внимание, у БПЛА топливо на исходе. Без Иду пошел. На базу на дозаправку. А, так он там файтится с кем. Вражеская команда открыла на вас охоту. Будьте начеку. А это на нас газ. Взяли с этой, с военки, баунтас. Вижу движение! Нет, стой, ты потом не поднимешься. Да-да, я уже понял. Цель там! Го наверх просто, подождем их. Сейчас же их зона выжимать все равно будет. Да? О, понимаю, нахуй. Нормальные мне хай прописали. Да ебали. Интересно себя. Давай. Сейчас с магаза по мне шмаляют. Бежит лечить. Я все, я плаваю. Один правее ушел. Вон там. Я пошел. На наши своенки пойдут. Значит, скорее всего, они где-то вот здесь. Убегаюсь. Тебе брони надо? Нет, есть. Скинь ее. Ноль. Последний транспорт готовится к вылету. Не упустите свой шанс. Внимание, а, газ. Если... Давай, короче, новая безопасная зона. Бери. Броня есть. Броню нашел тут. Не-не-не, я все забрал. Союзная посылка с комплектом уже в пути. Я сюда. Так точно. Там три коробки упало. Значит, они сзади нас все бегут. Вообще, конечно, в идеале можно приорать, попробовать. Так точно.
опасные зоны смещаются. Вы вошли в десятку лучших. Внимание, союзник выполняет авиаудар. Если вы за пределами безопасности. То есть приколюха получилась. Ой, эти снайпера, бля. Снайпера. Куда? Вижу движение! Вижу движение! А, ну все, ждем их тогда. Просто не будем цель обнаружена! Просто подожди. Отменяю последние. С ними смысла нету файтиться. Над нами вражеский БПЛА! Остается пятеро игроков. О, четыре чела. Один склад остался. А, два соляночника осталось, как обычно вообще. Я, короче, на трубаке пошел. Газ рядом с вами. Себя. Безопасная зона сместилась. Вообще три гулага, что, блядь, дрово здесь. Ты вышел. Я тут жду, если что. Вижу движение! Ну я говорю, я тут жду. Отменяю последний. Вот он. Я воль, вас понял. Давай, чувак, а тебя-то зона сейчас выжимать будет, а меня-то нет. Границы безопасной зоны смещаются. Кто-то пошло не по плану, наверное, да, чувак? Если вы за пределами безопасной зоны, советую поспешить. Последний. Вижу движение! Он лег, что ли, тут? Ага. Шикарно! Вот так и надо работать. Победка опять.